Дівчиня, ви що, росіяни? Да. Якого тут робите? Ну, зараз наш з вами розмова ні к чому не приведе. Ви окупанти! Ви фашисти! Ви прийшли на нашу землю! Хорошо. Какого прийшли з оружием к нам? Хто сказав? Возьміть семечки, положите сирі, щоб хоч подсолнухи росли, коли ви здесь ляжете. Зараз наш розмова ні к чому не приведе. Они на вас стреляют! Что вы тут делаете? Да, славян, бомбей, да не ели, ребята, братья, я тоже русский, но я живу в этом государстве, вот свое государство, ваше проблем нет у вашего государства. Короче, их очень много, ребята. Просто колонна идет. Руки трусятся, не знаю, что делать вообще. Ну и что хотите сказать, ребятки? Па-па-па. Па-па-па. Суки, а? За что, за что? Вот еще, Лидия. Это пи***. Это просто. А вот это во. Бомбят Киев, блядь. Отбиваемся. Складывайте оружие на повороте, раздеваетесь. Ну так, я имею в виду разгруз, каску, все на. С поднятыми руками, тут без прикола. У меня ружье заряжено. Если кто-то рипнется, ему не будет вообще абсолютно. Смотрите, смотрите, ребята, боже. Смотрите, атакуют. Видите, да? Смотрите, ребята, взрывы. Господи, начали атаковать Киев. Сломались, пацаны. Сломались. Закончился, да. Можно оттащить на Россию обратно. Ну, у вас пока все на нашей стороне. Ваши плен сдаются хорошо. Танки едут задним ходом. Корюківська громада не пустила их в місто Корюків. Людей. Ти білорус, чого ти до мене приїхали? А? Пацани, ви білоруси, чого приїхали до мене? Я дома. Тому, ну, я вам предлагаю складувати оружие. Поки ми не прийшли, вас не попалили. Тобто я живу тут. Живу!